ребята, если вы любите играть в прятки, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я должен найти красную розу. Я исходил весь сад под своим окном в поисках единственной красной розы. Но все безуспешно. Похоже на балу, моя любимая. Скорее будет танцевать. Юноша сел на траву под... Ну что? Давай потом сказку почитаем. Это скучно. Поиграй с нами в прятки. А почему? Такая сказка интересная. Давай дочитаем. Нет, пошли в прятки играть. В прятки? Да. Ты хочешь в прятки? Угу. Ну давайте играть в прятки. Прятки! Прятки! Ну что, прятки так прятки. А правила игры вы знаете? Конечно, знаю. Кто же не знает? Ты считаешь до пяти, а мы должны прятаться, когда ты должна считать. Хорошо, хорошо. Ладно, прячьтесь. Я сейчас закрою глаза и буду считать. Итак, я начинаю считать. Убегайте. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Так, куда же они спрятались? Может быть, за шторкой. Опа! Нет. Пойду по шкафам проверю. Пусто. А где Лера спряталась? Шкаф. В шкафу? Вот здесь? Шкаф. Давай открывай. Ага! Мы нашли! Вылази! Вылази! Лёва, это нечестно, не надо маме подсказывать. Ну ладно, он мне помог. Это нечестно. Давай, выходи. Мам, давай еще раз сыграем. Уже неинтересно, я все равно вас найду. А давай проверим, найдешь ты нас или нет. Давай лучше сказку почитаем. Нет. Ой, ну что тут проверять, давай. Ладно, я буду считать, и вы прячетесь, хорошо? Мама думает, что она нас найдет. А на самом деле у меня что-то есть. Она никогда нас не найдет. Раз, два, три. Лёва, пошли скорее, у меня есть такое. Мы сейчас вообще с тобой будем крутые и спрячемся хорошо. Только ты маме говори. Давай скорее иди. Так, это на тебе, тебе зонтик. А мне плащ. Ну мы сейчас спрячемся. Мама нас вообще не найдет никогда. Так, надо скорее, скорее. Так, так, так. А комнатку? О, какой большой! Лёва, прячься скорей, а я пошла себе за плащом. Лёва, только не выходи! Так, детки, ну где же вы спрятались? Я совсем не знаю, где искать. Нигде нет, это что такое? Что же это такое? Я нигде их найти не могу. Права была Лера. Действительно, куда-то спряталась. Фу. Где их искать? Ребята, может, вы знаете, куда они спрятались? Нет нигде. Вот они. А? Послышалось? Пошли прятаться в другое место. Ну, давай, она нас не нашла. Побежали.
Фу, я устала. Куда они могли спрятаться? Уже сил моих нет. О, Лера выиграла, наверное. Подписывайтесь.